как-то, если ее ну, как-то звонить. А это я специально покупала для паны. Потому что... Я бы хотел, чтобы вы выбрали, что вам из этих изображений нравится, что бы вы ну, хотели оставить, может, у себя или повесить где-то дома. Вот мне вот это больше нравится. Вот. Вот это вот картина. Ну, это очень хорошая картинка. Эта картина, чем мне нравится? Природа. Здесь вот озеро, да? Ель. На природе вот гуляют дети. Эта картина, это мне напоминает, как бы, человек в полете. Тоже очень нравится, вот поэтому я эти картины беру. Это больше подходит поставить, в комнате можно поставить. Ну, все хорошие, но мне вот больше это нравится. Ну, сколько вы за это дадите? Вот за эту картину я даю 40 килограмм картошки. Мы меняем вот картину на яйца или на помидоры или на что-нибудь. Да я поняла, не курение яиц. Вот это что-то за девка такая. А это принцесса Диана. Диана. Это что-то скривилось через. Там не говорят, не слышится. А в оригинале. А где бы вы ее повесили? Дома где-то повесили? Нет. Нет. Кому-то подарили? Нет. Не подарила. И купить можно ж, да? Да, можно поменять на продукты. На что-нибудь из хозяйства. Ага. Ну хорошо. Я старенькая, он старенький. Он похож будет на моего дедушку. Ну, нравится он мне и все. Я знаю, что он мне понравился. Ну вот понравился он мне и все, этот дедушка. А девушка чем понравилась? А девушка на мою внучечку похожа. Вот она и я хочу ее. Вот она на мои такие глазки у нее большие, как у моей внучечки, губки пухленькие, как у моей внучечки. Она на мою внучечку похожа. Я хочу ее купить, эту свою. А где вы ее повесите? Как где повешу? Что, у меня мало стен? Дом у меня большой. На самом видном месте я ее повешу. И того, и другого. Рамочки поделаю на них еще. И повешу у комнате. И буду смотреть, любоваться ими. Что есть? У меня яички есть. Картошка есть у меня. Ну сколько яиц дадите? Сколько яиц? Ну, 3 десятка. Чемало. А ведро дадите? Да нету, ведро у меня покуда нету. Ну давайте 3 десятка. Ну хорошо. Хорошо. Хорошие яички, крупненькие. Курочки вот свои ж домашние несут. Вот это вот яички у нас такие. А, держите ваши картины. О, спасибо. Ох, какая у меня была красивая внучечка и дедушка. Она его выкормила. Тип-т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 ип-
Ой, падай. Картина вот и падает. Саша, картины попадали. Ну, мне вот эта картина нравится, вот. А почему именно эта? Ну, это мужчина, видишь, глазки какие хорошие, большие. Опа. Вот это, наклон. Да. Причесочка красивая. А, ну это Сидни Шерман, фотограф известный очень. Я вам дам курочку. Ну, какая улица. О, о! Клёво! Ты видишь, на. Зверь? Я её удержу. У тебя она смирная, на. Красиво сдержи. Хорошая белка курица за Сидни Шерман. Спасибо. Ой, Фрась, я ему сейчас конфетку принесу. Вот умненький, вот хороший мальчик. Мальчик мне, да? Хороший ты, да? Тарзан мой, да? Ты хороший. Так, красавчик мой, красавчик мой, да? Кушать. Вот так вот тут.